Ну все, хватит болты водить. Мне нужно вас на чебуреке раскатать. Порядок. Кредит, а не кредит. Зомбический. Привет. От доктора Лютого. Давай, дружище, по рукам. Я тебе 100 000 дам. Да. Маленький зеленый кролик. Это мой посланник был. Да, Лёва! Дай-ка я не кредит! Ку-ку! 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 И зарубите себе на носу! В тюрьме никто ни в чем не виноват! Кстати, за что вас сюда? Притащили! Ну, мы банк типа ограбили. Но мы его не грабили. Банкир сам деньги комиссару отдал муку. Еще и поблагодарил за быструю работу. Кстати, Лютый, а что там с моей болезнью зомби? Тут-то эликсира у тебя нет. А деньги у тебя есть? Нет? Тогда я открою тебе тайну. Очень тайную тайну, о которой знаю только я, а теперь еще и ты. Так вот, точно нет денег? Так вот, ты уверен, что нет денег? Ты веришь, что нет денег? Хорошо, я тогда открываю тебе эту тайну. В тюрьме зомби становятся нормальными людьми. Вот и прекрасненько. Я же говорил, что в этой 13-й еще лучше, чем в нашей 13-й. Хорошо, что пошли банк грабить. И здесь тебе ничего не угрожает, тебе не нужны никакие лекарства. Но, как только мы выйдем на свободу, твоя зомбическая болезнь к тебе вернется. И тебе нужны будет снова эликсир. Не беспокойся, я все держу под контролем. Порядок. Да ладно, зомби, все в порядке, понял, Кукин? А кормят-то хоть здесь нормально? Чуяги. Да пища! Здесь на убой! Здесь кормят отборной, ароматной, выдержанной селедкой! Она, знаете, пахнет! А в супе! Я выловил 5 жирных, вкусных, калорийных червяков! Пища здесь вообще отпад! Вот и прекрасненько! Я люблю калорийную пищу! Хорошая пища — это очень важно! Я говорил, что в этой 13-й еще лучше, чем в нашей 13-й! Хорошо, что мы пошли банк грабить. Да уж, надо будет Матильде позвонить, пусть хоть торт свой принесет фирменный. Да ладно, хватит вам про еду все, да про еду. Ты вот лучше расскажи нам, какие правила здесь. Как вести-то себя на новом месте?